Всем привет! 25 марта я опылила 3 орхидеи. Хочу показать безуспешный, я так считаю, вариант. Ну, в общем-то, у нас ничего не получилось. Несмотря на то, что вот у этого фаленопсиса сразу же закрылась колоночка. На следующий день она была закрыта. Вот, но я так думаю, что ничего не получилось, потому что вот эта вот цветоножка, она сохнет, засыхает. Он как будто бы, ну, то есть у нас колоночка закрылась, вот, но несмотря на это, если сравнить с цветоножкой цветочка обычного, цветущего, и цветоножку опыленного цветочка, разница очевидная. Мне кажется, он сохнет, просто отпадет. Хотя изначально вот именно этот цветок, мурция, он как раз-таки давал, вернее, показывал, ну, самые лучшие результаты, и я была уверена на 100%, что он продолжит наращивать семенную, ну, то есть завяжет семенную коробочку, потому что у него очень быстро закрылась колонка, начал подвидать цветочек, вянуть, но, как мы видим, вместе с цветочком начал вянуть у нее и цветоножка, и также и колонка как будто бы высохла. Вот здесь вот тоже очевидно результата не будет, уже полностью сухая цветоножка. Вот обычная цветоножка, и вот цветоножка опыленого цветочка. Значка закрылась наполовину, но тоже вот я вижу, что не надулась, ну, то есть ничего не набрала. И также вот цветочек у нас сохнет вместе с цветоножкой. Вот это вот кимоно как будто бы тоже начинает сохнуть цветоножка, но не особо сильно она, ну да, она сохнет, потому что вот у цветущего цветочка какая цветоножка, и вот у такого вот, у опыленного вообще не закрылась, она открытая, я не буду дергать. Мне кажется, ничего у меня не получилось. Колонка тут не закрылась, она чуть-чуть прикрылась, но не закрылась. Цветочек, да, начал подвидать сразу же. Хотя нет, вот именно вот этот вот цветочек подвидать начал чуть-чуть позже, чем вот этот и чем вот этот. Вот, конечно, вот от мурции я ожидала какого-то результата, но, по-моему, ждать ничего мне уже не надо. Я без камер возьму и попробую опылить еще раз вот эти 3 орхидеи, опылить теми же растениями, теми же орхидеями, которыми я опыляла и в первый раз. Ну, то есть попробую еще раз. Возможно, гены мамы-папы не соответствуют. Возможно, это гибриды, которые вообще не могут быть носителем, например, семенных коробочек, либо не могут дать быть тоже гибрид такой, что у него семена не завязываются, как бы бесплодные, не могут. В общем, я попробую все-таки еще раз. Вот, то есть тут на самом деле вариантов может быть много. Стресса никакого у них не было, они стоят все на своих местах. Я никак их не стрессовала. То есть они в обычном ходе, в таком же, в каком они как бы до этого и были. И всем спасибо за просмотр. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк. Кому нет, ставьте дизлайк. Всем пока.